Всем привет! Вы на канале Mary Toys and Patterns. Сегодня я покажу вам свою новую работу. Это вязаная куколка-ведьмочка. Давайте же посмотрим ее наряд поближе. Шляпа связана крючком, пряжа джинс. Украсила я ее вот такой интересной пуговицей в виде черного кота. По-моему, смотрится идеально. Больше всего мне в этом образе нравится сумочка в виде тыквы. Ее я тоже связала крючком, а глаза, нос и рот я вышила черной ниткой. Самый частый вопрос, что это за волосы у моих кукол? Отвечаю, я использую волосы, которые предназначены специально для изготовления кукол. Их я покупаю в кукольных магазинах. Тело куклы я тоже связала крючком пряжи джинс. Обратите внимание на глаза, они тоже связаны крючком. Вот такая милая страняшка у меня получилась. Ростом она 15 сантиметров. Платье сзади на двух клепках. Если вы захотели связать такую ведьмочку, пишите мне в Instagram. В мастер-класс входит, как связать тело, глаза, одежду и как пришить волосы.